Завтра, 20 августа, по всей стране стартует новая акция «День дворового спорта». Чебоксары намерены принять в ней активное участие. Один из праздников спорта прошел в северо-западном микрорайоне столицы Чувашии. В Чебоксарах, которые по праву считаются спортивной столицей, быть сильным и ловким не проблема. К услугам горожан множество секций в спортивных школах и центрах подготовки, физкультурно-оздоровительных комплексах, стадионах. Сейчас спортом на постоянной основе занимаются около 40% чебоксарцев. Но хотелось бы, чтобы их было больше. Как раз такие мероприятия направлены для того, чтобы популяризировать дворовый спорт, для того, чтобы привлечь людей к здоровому образу жизни. Дворовый спортивный праздник собрал немало участников, причем одинаково многолюдно было и на баскетбольной площадке, и на футбольном поле, и на шашечных турнирах, и на мастер-классах от профессиональных спортсменов. На празднике дворового спорта присутствовал и глава Чебоксар Леонид Черкесов. Он отметил, что у города уже существуют и баскетбольные, и хоккейные команды, а в будущем, возможно, появятся новые муниципальные дружины. В будущем это сдача еще физкультурного комплекса по настольному теннису и стрельбе из лука. Это тоже в перспективе, до конца года мы должны его сдать. А следующее это вот такой федерального уровня спортивный комплекс по биатлону. Этот комплекс тоже будет сдаваться поэтапно. Первый этап уже в этом году освещенными трассами, роллерными трассами. Всероссийская двориада пройдет с 20 августа по 12 сентября во многих городах страны, в том числе в Чебоксарах. Ваш двор тоже может включиться в борьбу за здоровый образ жизни. Удачи! Даже не поменяю.